Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багир». Сегодня у нас палисцас. Посмотрите, как он пошел в рост после нашей обрезки. Вот это все прекрасно выросло. Вот здесь выросло много. Мы их сейчас все подробно рассмотрим. В высоту пошел расти. Вот тут я... Помните, кто смотрел, помнит, я сломала вот здесь. Обрезала, оставила почку и сломала ее случайно. Пошла одна, вторая и третья. Ой, не видно. Вот третья. Так. Ну, все в высоту немножечко подросли, те, что были. Те, что были обрезаны, вот немножко, да, дали два виточка, два побега. Какие-то пошли просто сильно в рост вот этот. В общем, что нам надо сделать? Почему сейчас? Вроде бы выглядит ничего так, пушистенький, хорошенький. Вот, видите, много-много-много всего. Один, два, три, четыре и потом еще низ. Да? Надо это прорядить. Потом очень сильно, которые пошли вверх, тоже можно их подсократить, чтобы поддержать нижние. В нижних где-то можно уже повыбирать, что точно нужна, не нужна, потому что у нас тут везде пошли в рост. В общем, вот такую вот, не кардинально, но провести где-то их. Посчитать и выбрать, что нужно, где-то еще. Так, значит, начнем вот с этой части. Смотрите, сейчас я постараюсь как бы это показать с такой стороны. Значит, вот у нас идет ствол. Вот он идет. Потом у него такое ответвление, и на нем три побега. Три побега. Один, два, три. Причем самый третий, самый крайний, он вот так изгибается, то есть он уходит в горизонт вот здесь, не знаю, видно, нет, в горизонт, и он самый вот тут крайний. Все это будет увеличиваться, и это будет такое не очень соединение, потому что очень-очень длинно. Поэтому самый крайний убираем точно, сейчас, секунду. Вот, убираем точно, потому что он еще сам идет не скрывая, а вот так вот изгибается. Вот, мы его убрали. Ну и теперь нам вот это вот три слишком много. Оставляем вот теперь вот этот крайний третий. Посерединке вырезаем, а этот оставляем. Скорее всего так. Сейчас. Да, потому что вот этот большой наш, он тут тоже в сторону. Он плоский пока что, довольно плоский. Сейчас он пошел вот сюда в стороны. И нам это надо поддержать. Поэтому этот сильный мы оставляем. Этот тоже чуть-чуть в сторону оставляем. А вот тут посерединке вырезаем. Сильный сокращаем прям аж вот так. Так. Ну, а этот можно... Буквально два листика. Тоже, чтобы остановить. Чуть-чуть ниже. Этот здесь. Так, ну и вот. Вот, видите? Замечательно. Во-первых, они тут на каком-то расстоянии. Они таким забором идут. Во-вторых, вот эти вот теперь увидят побольше света и смогут расти. Но из них нам надо выбрать, что нам точно не нужно. А точно не нужно нам вот сюда. Вот сюда. Ой. Вот тут в середине. То есть мы тут и так убирали, потому что у нас все это закрывало. Вот. Мы убрали, вот смотрите, вот, да, убрали толстые. У нас пошли вот здесь расти новенькие и здесь. Но если эти идут в сторону хорошо, то вот тут в основании этого среза они идут опять вот тут загущая. Поэтому вот этих мы уберем. Не надо мне там веточки. Так, вот это в сторону остается. Вот тут внутри, видите, почечка, вот ее тоже уберем, не надо нам туда куда-то идти внутрь. Так, и пока что, да, вот здесь видно, вот хорошая, а вот в ее основании, ну, не в ее основании, а рядышком, побег, который идет сюда обратно куда-то, тоже не надо. То есть, чтобы дерево на них не тратило силы и не загущало нам вот тут все, мы их сразу как-то так регулируем. Все, остается. Тут пенечек неаккуратный получился.
остается у нас вот так. Вот такой хороший вот этот наш ствол и наше ответвление. Так. Идем к следующему. Следующую вот эту рассмотрим. Все остается, все замечательно. Посмотрим. Вот у нас тут высота и тут довольно высокая. Мы ее немножечко сократим. Немножко сократим. Ой, все попадало. Какая-то была гармоничность, во-первых. А во-вторых, если она у нас останется, она пойдет сильно в рост. И через 2 недели у нас будет здесь длинные. Вот, значит, на этом у нас все. Вот она одна. Так. Вот она. Мы ее рассмотрели. Вот здесь еще. И вот тут малюсенькое что-то растет, что будет только загущать. Убираем. Так. Так, сейчас, секунду. Вот, да, давайте этот сразу посмотрим. Вот этот, тут два, тут один, тут два. Тоже их немножко сокращаем, плюс-минус на уровне вот этого среза, да, чтобы у нас было что-то аккуратненько, симпатичненько. Так. И вот так, сейчас покажу. Так, чуть-чуть, сейчас, секунду. Еще чуть ниже. Так, смотрите, их два и близко, поэтому я постаралась вот у одного лист, который верхний теперь будет, да, он идет в эту сторону, а у второго я выбрала лист в другую сторону. Да, тут маленькие срезы, но все равно почка пойдет где лист, и они чуть-чуть разойдутся в стороны. Поэтому вот так. Этот и вот этот у нас на одном уровне, а тут чуть ниже, то есть так вполне... Вполне все симпатично. Так, идем теперь вот так. Вот он, толстый ствол. И у него два больших вот этих. Между ними там что-то выросло. Убираем, не надо нам там, да? Только загущать будет. Поэтому один побег уходит. Второй побег уходит. Так, вон... Там еще тоже уходит, не нужно. Он как бы в сторону, но все равно он какой-то пенечек еще с прошлой обрезки. Так, теперь смотрим. Вот этот толстенький, где я в прошлый раз сломала случайно. Вот у нас видно один побег, второй, третий. Ничего не трогаем. За его спинкой вот маленький растет. Сейчас я его покажу. Вот сюда он растет, в сторонку оставляем. И осталась у нас вот эта только часть. Вот эта часть, у него ствол, ну или ветвь. Один побег, второй и вот малюсенький в основании. Вот сейчас посмотрим. Значит, этот один точно не трогаем. Одинарный, новый, молодой, никуда еще не будем даже прищипывать. Здесь разветвился на две... Старые какие-то, видно, сломались листики. Остались веточки, черешки их уберем, чтобы они там красоту нам не портили. Так, сейчас посмотрим, оставим или сократим. Так, и вот этот вот в основании. Вот в основании вот этот уберем, потому что он тут много всего, он лишний. Так. И смотрим теперь, значит, у нас как бы тут все вот так вот постепенно закругляется, аккуратненько. Вот этот высокий, вот этот, вообще вот это вот у нас вершина, да, потому что она в центре, этот побег. Поэтому то, что этот перегнал на данный момент всех, разветвился вот здесь, высоковато он разветвился. Мы его сократим аж до нижних двух листьев. Смотрите, его можно сократить до сюда, вот это срезать. Но вот куда лист, туда и побег пойдет. Да, и он будет вот с этим спорить. Мы его сократим сюда. Чуть-чуть у нас это все разнесется в стороны. Вот. И останется. И вот. Да, этот все-таки очень молодой. Думала, может его прищипнуть. Оставим его пока. И тем самым у нас получается,
что наша вершина, которую мы сейчас даже не могли ничего с ней сделать, нигде прищипнуть, она молоденькая, самая центральная ветвь, вот-вот-вот идет, мы ее все-таки оставим. Нет, все-таки, секунду, вот этот чуть-чуть прищипну. То, боюсь, он сейчас очень быстро пойдет в рост. Поэтому мы ему оставим, 3 листика уберем и оставим это. И вот у нас получается пониже и сюда повыше. Вот. Убрали этот забор-чистокол, который у нас получался и здесь, и вот здесь тоже. Это все проредили. Вот. И он хорошо выглядит. Растет прекрасно, ветвится замечательно. Он там уже корни нарастил вниз. Можно будет его пересадить. Могу показать. Вот, вот корни. Прекрасно, прекрасно он все растет. Грунт подходит хорошо. Так что все прекрасно растет. Все. Все. Такой вот хорошенький, пушистенький. И при этом с такими кругленькими листиками отправляется обратно. Стоит в ванной на южном окошке. Очень ему все нравится по уходу. И влажность там ему хорошая, и южная. Южное окошко. В самом низу, если что-то появляется, убираю сразу. Мне тут не хочется никакие побеги. Мне очень нравится его вот это расширение, которое обнаружилось после первой пересадки. Он был вот так заглублен. Да, вот это расширение шикарно. И тут внизу не хочу никаких новых ветвей. То есть вот то, что есть, это первые ветви. Тут все убираю, как только появится, чтобы оно... Не тратил на него силы, но буквально за время между первой и второй обрезкой что-то одно появилось, я его убрала. Просто это говорю к тому, что ветвится он очень хорошо, и если у него условия хорошие, подходящие, то прекрасно все обрастает. Немного остались вот эти красные пятна от парафина, но они, верх там был срезан. Вот, и он зарастает аккуратно. А эти красные по бокам, они счищаются, если их пошкрести, они счищаются. Просто не все еще успела счистить. И где-то было неудобно подлезть, потому что маленькая веточка, где-то еще как-то, и поэтому еще не все. Они немножко портят его вид. А так, замечательно. Так что, если вам встретится, заводите. Очень интересное растение. Обрезать одно удовольствие. Растет хорошо, ветвится хорошо. Все, подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!